В последнее время получила широкое распространение такая культура, как малина ремонтантная. Многие жалуются, потому что не получают от нее ожидаемого результата. А почему? Потому что допускают несколько ошибок. Первая ошибка, самая распространенная, заключается в том, что возделывают ее точно так же, как малину летнего типа плодоношения. Пару слов о различии. Малина летнего типа плодоношения отдает урожай на побегах второго года. Поэтому побег на зиму укрывают или там, ну, всячески пытаются сохранить. Малина ремонтантная отдает урожай на побегах первого года. Во-вторых, это способствует удалению инфекции, которая была накоплена в этом году на растении. Ремонтантную малину ежегодно обрезают по уровню почвы. Это способствует хорошему, сильному развитию побегов на следующий год, дружной отдаче урожая и самый большой плюс еще удаление инфекции, накопленной за вегетационный период. Еще есть распространенная ошибка, то что у людей поросла малина первый год, второй год, на этом месте на третий год они говорят, вот и ягода стала мелкая. Но это почему происходит? Потому что, как правило, все знают, что малина размножается отводками. За первые три года вегетации накапливается куча отводков, и люди думают, что ну, так оно и должно быть. Хотя рекомендуется малину для плодоношения оставлять 6-8 побегов вообще на плодоношение на лето. Получается, что солнышко доходит до каждой почечки, до каждой ягодки, зона ремонтантности увеличивается, все, мы получаем прекрасный урожай. Если она растет загущенная, то все, урожай мы получаем на макушечках, ягодки меленькие, потому что им просто не хватает солнечного света. Ошибка номер три, самая обидная для людей, которые занимаются малиной и разводят, что думают, а, малина это сорняк, она вырастет при любом случае. Вот, мы ее посадили, все, и забыли. Но это тоже не так. Малину надо пересаживать. И 6-8 лет на одном месте – это максимум для нее, для ягодной культуры. Понятно, что садоводам очень тяжело на своих 6-соточках найти место, там, чтобы там, каждый год, там, 2-3 года пересаживать. Но уж если мы хотим нормальный урожай малины, мы должны это обеспечить. Поэтому 6 лет – пересадка полностью на новое место, новая закладка ягодной плантации.